Ох, Одар, ну что ж. Всем привет, ребят. Сегодня мы идем в школу вместе с Артемоном и Соней. Так. Одар какой-то странный. Первый урок у нас математика. Так. Так, Одар подошел ко мне. Что ему надо? Что-то прыгает. Ладно, ребята, он куда-то уходит. Так, странный он какой-то. Ладно, ждем Артемона. Так, надеюсь, он скоро придет, а то, ну, вы понимаете, Артемончик все-таки. Опачки, ребята! Артемончик. Чё, Матеша? Так. Сейчас я достану. Так. Так. Сейчас достану Матешу. Так, китайский. Тими. Ой, ладно, меня к доске. Так. Какой же там пример? Так, 200 умножить на 60. Окей. 200 умножить на 60. Ой. Ну, короче, 200 умножить на 60 будет, я сам не знаю, ребят, сколько. Ладно, допустим, хотя я знаю, 12. Все, готово. 200 умножить на 60 равно вот сколько. Так, Артемон, теперь твоя очередь. Иди к доске. Теперь мы посмотрим, как справится Артемон со своим примером. Так, у него какой пример? 70. 70 у него умножить на 60. Так. Посмотрим, что он там делает. Так, если вы не понимаете, у него 70 на 60. Так, ждем ответа от него. Опачки, Соня пришла в школу. Ждем ответа. Четыре двести. Итак. 4 200. Так. Ну что ж, перемена. Пойдем на перемену пока. Так, ребята, пожалуй, я оттуда пойду. Вы видели? Это же Одер. Так, Соня. Детский садик. Странный по правде чел. Ой, блин, пойдем в школу, бежим от него. Бежим. Так, короче, информатика. Так, мы с Артемоном занимаемся пока. Блин, а интересно, а как там мелкая? Дома? Ладно, не знаю. Пока сделаю. Па. Так.
Там кто-то идет, ладно. Так, Артемон, так, что тут? Так, надо дать пока девочке. Информатика просто у нас. Так. Чё? Так, сейчас поиграем в Майнкрафт. Ура, уроки закончились. Теперь отправляемся домой. Так, у меня дом. Под номером 18. Так, закрываемся. Отправляюсь смотреть телек или откроемся все-таки. Так, давайте включим телек. Что-нибудь тут пока посмотрим. Так, так. Так, идет Хрюшка. Блин. Так. Опачки, ребята. Артемончик нам зашел. Че, Артемончик? Хочешь телек со мной посмотреть? Ну, ок, садись. Я пока с тобой сяду. Окей. Так, че лучше посмотреть? Я пока буду листать каналы. Так, ерунда, ерунда. Лучше новости показали бы. О, Брокхэвен Ньюс. Здравствуйте, товарищи или зрители. Сегодня какой-то странный чел напал на нас. Ребята, вам никто не показался, ладно? Как будто за нами кто-то следил. Ладно. Смотри, там черный чел тот самый. Короче, ребят, мы смотрим новости с Артемоном. Так. Так, так, так. Так, все нормально. Ой, да мы ничего, мы просто смешные ролики смотрим. Ой, вот. То, что там сейчас происходит. Мы ничего. Ох, ушел. Ой, присоединился. Но все-таки уходит. Ладно. Так, Артемон пока ходит за водой. Пока он ходит за водой, мы будем его, короче, ждать, ребята. Че он там за водой так долго? Так, ну, наверное, он просто решил сходить. Воды у меня не было, и он решил сходить либо к себе домой, либо в магазин. Так. Так, ну, наверное, он уже бежит ко мне домой. Опачки, ребята, Артемончик. Так, Артемон воду принес. Так, принес. Давай мне сюда ее. Спасибо, Артемончик. Так, будем смотреть телевизор. Так, мелкая еще здесь находится. Мелкая, окей. Блин, надо для мелкой сделать еду. Артемон, ты пока там телевизор посмотри. Так, ну это одно то, что я... Так, окей. Вот это ешь, все. Чё? Ну, чёрт, мой, ай, блин, ей интересно, чем мы здесь занимаемся. Что, какой мы телевизор смотрим? Ой, в свою комнату наконец-то пошла. Так, Артемончик, чё, есть будешь? О, котенок пришел, Алиса. Ребят, мы пока с котенком решили посмотреть новости, пока там
Артемон опять куда-то пошел к себе домой. Ну, нам это все нормально. Так, ребята, ребята, ребята. О, Артемон. Здорово. Короче, я понял, что тот самый выбор, ну, который мы видели по телевизору. Ну, это тот самый, ну. Ну, короче, это не Одер, а какой-то чел, который гриферит всех людей. Короче, я в них уже Одеров не верю, короче. Но это какой-то грифер, который гриферит людей. Ты понял? Как понятно, понял. Ладно, погнали кое-куда. Остается дождать 1 утра. Ну, 1 ночи. Так, что ты на диване? Ладно, я тоже пока на диване побуду. Окей, сегодня он будет закрыт, так что сейчас мы можем только здесь потанцевать. Хопа, 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 хопа. Главное, чтобы нас не заблокировали. Мы просто здесь танцуем, да, Артемон? Кажется, нас заблокируют сейчас. Ладно? Артемон? Ладно, его тоже. Ну что, сейчас потанцуем? Ну чё, Артемон, танцуй. Ладно? Опа, Артемон начал танцевать. Опа. Так, посмотрим, как будет зажигать сейчас Артемончик. И? Чё, Артемончик? Понял. Уи-уи-уи. Короче, Артемон, я не понял, нам все-таки разрешили здесь танцевать или нет. Ну ладно. Ну ладно, пошли домой. Надоел что-то. Хватит танцевать. Артемон. Погнали. Так, ребят, я вижу в окне Артемона, но он куда-то все-таки к тебе пошел. Окей. Ладно, я пока телевизор. Так, ну ладно. Пошлите. Ладно, Одер. Допустим. Спим. Он прыгает. Давайте закроем дом. Куда-то пропал. Нет, вот он. Так, давайте посмотрим. Вот он пытается вломиться в дом. Прыгает что-то. Странный он какой-то. Ладно, погнали. Выйдем отсюда. Из камер. И посмотрим, где он сейчас. Не, я тебя не пущу. Посмотрим еще немного телевизор. Опять он. Ладно, пойдем на верхний этаж. Вон там он нас точно не достанет. Вот здесь вот мы и поспим. Так, давайте посмотрим, где он там по камерам. Так, так, так. Фух, вот он бегает, прыгает, пытается зайти, но у него ничего не получается. Так, может быть, у него и получится что-то сделать, ну ладно. Так, посмотрим, что он будет делать дальше. Так. Так, он поставил кровать, не понял. Не понял. Он вошел в дом. В
Чужой дом. Так. Что делать, ребята? Вот он, вот он, вот он, вот он. Кипаем, кипаем. Получай. Ха-ха. Неудачник. Так, давайте теперь посмотрим на дом, вдруг он еще вернется или пойдем уже спать. Мне кажется, он уже не вернется. Давайте ложиться спать. Так, все. Спим. Мне кажется, он уже уж точно не вернется, ребята. Потому что, ну, понятно, почему так. Ну, давайте посмотрим. Вдруг он вернулся. Так. А, вот он бегает. Ладно, ребят, давайте прощаться. Всем удачи, всем пока-пока.